Министерство экологии и природопользования Московской области продолжает переводить свою работу в электронный вид. Это сделано для удобства граждан. Теперь по всем вопросам можно обратиться через портал госуслуг. Представителям Минэкологии важно мнение каждого жителя Подмосковья. Поэтому ведомство проводит опрос по поводу качества оказания услуг. Анкета размещена на портале госуслуг. Попасть на нее можно, перейдя по ссылке с официального сайта министерства. На главной странице нужно найти раздел «Мой выбор, мое будущее» и выбрать пункт о качестве предоставляемых услуг в сфере экологии. Напомним, что для входа на портал потребуется ввести номер телефона, почту или СНИЛС, а также пароль.